Тепло маминых рук, ее ласковый взгляд, то, чего они лишены, отображают в картинах. Цветочки, сердечки и обязательно портреты самого родного в жизни каждого человека, которого все еще ждут эти дети. С нашими депутатами, женщинами-депутатами, которые объединились, депутатское объединение «Мархамет, милосердие», за тот прием, который организован сегодня в детском доме. Талантливые художники, талантливые певцы, воспитанники детских домов Альметьевского района в роли артистов. Кто-то выступает для своих приемных мам и пап, а кто-то пока только надеется, что после этого концерта обретет свой дом. Праздник очень трогательный, очень душевный. Конечно, ребятам очень тяжело, с одной стороны, говорить о маме, которой, может быть, у некоторых на сегодняшний день и нет, скажем, даже в живых нет. Для некоторых это тяжелый праздник, но мы стараемся проводить все равно подобные праздники и надеемся, что наши детки найдут свою семью и все-таки будут все в семье. Сейчас в районе 420 детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Из них 349 детей живут в замещающих семьях опекунов и попечителей, 72 ребенка в приемных семьях. Процедура приема детей за последние годы значительно упростилась. Самое главное – это настоящее желание подарить кому-то свое тепло. Прийти в органы опеки, взять направление и пройти школу приемных родителей. Если уже они на этом этапе решают, что они не будут брать ребенка, то это тоже для нас плюс, чтобы не было в дальнейшем возврата, чтобы они не взяли ребенка и не вернули. Вот для этого и есть вот эта школа приемных родителей. Без сладких подарков детей не оставили. Гости подарили им бурсак и пожелали как можно скорее узнать, каков он вкус сладостей, испеченных мамиными руками. Алсу Гусманова, Зарина Ахметова, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.